Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в героик. Так, откроем сундук. Но только перекати камни. Больше ничего интересующего мне не выпало. Так, и вот здесь, смотрю, на боевой арене сундук готов. А ну-ка. Ну, такое себе. Ладно, ничего страшного. Ну что, ребята, пойдем дальше на арену. Я хочу получить 3550 кубков. Да, наверное, нам надо идти сюда. Так, команда остается такая. Я, наверное, усилю нашу лучницу. Мне нужно 4625 для того, чтобы ее поднять по уровню. Было бы очень, ребята, великолепно, если бы это получилось бы. Лучница довольно неплохой дальнобойный юнит. Так, ну что, ищем противника и сейчас приступим. Я, кстати, вчера за кадром еще немножко, ребята, поиграл. Буквально 3-4 боя. И меня там очень неплохо, ребята, разнесли. Нифига себе, непоседа 9 уровня. Ё-моё, нежеланный гость. Это точно для меня это нежеланный гость. Волна, нифига. 9 уровня, а он... Это же самый... Ха, смотри, что делает. А если вот так сделаю, например? Так, понял. И я его понял прекрасно. Он что, хочет меня вот этим вот... Блин, ты посмотри, насколько он, ребят, сильнее меня. Почти на 1000. Он что-то задумал. Ну, предсказуемо на самом деле было. Так, а это берсерк. Слушай, как мы будем берсерка уничтожать? У него здесь... А если я вот так сделаю, ребят? Что? Откуда он вообще тут взялся? Я не понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай попробуем так сделать. Он успеет. Так, а как мне с этим разобраться? Поехали. Так, здесь колосс. Так, он тоже где-то, как вы видите, ведьму вызывает. Шикарно. Так, ну успеешь? Да успеть-то как бы он успел, но все равно, ребят, завалили. Ну что, начинаем потихоньку его разбирать, я смотрю.
Ага, этого мы отравили. И начинаем бомбить ему уже, как ты видишь, базу. Ладно, посмотрим. Что у него из этого получится? Сможет ли он нам вообще противостоять тут? Нет, конечно. Хотя 9 уровень, друзья, должен быть мощным. Я не знаю, почему он набрал себе в команду каких-то ложков, если честно. А там действительно были ложки. Новый ранг в дружеской таблице. О, да, это хорошо. Это всегда радует, когда новый ранг получить. Так. Ну что, друзья мои, продолжим наши выступления. Может быть, успеем получить новый ранг. И я думаю, наверное, сегодня пройдем еще за Рула. Именно в компании. Уж больно хочется мне посмотреть, что же там все-таки по итогу дадут. И выполнить задание на паладина. Я просто думаю, где брать осколки на персонажа, чтобы его поднять по уровню. Вот что меня интересует. Так, ну что, первая пойдет пожирательница у нас. Наверное, так сделаем. Блин, как-то не очень мне вот этого нравится все. Запарил просто уже. Ну, понятное дело, ребят. Что у него еще огненная дорожка взята. У него взята огненная дорожка. Соответственно, он будет меня сейчас... Так, 8 уровня, да? Нормально. Давай попробуем. Она погибнет. Не на ту дорожку, ребят, поставил я зачем-то. Ну ладно. Да в плане, ты ее не подбил. А на что он тут, интересно, вообще рассчитывает? На своих стрелков вот на этих, что ли, никчемных, или что? Так я еще сейчас одного поставлю, и все. Я думаю, шансов у него здесь выжить вообще нету. Два щадя, они просто разбирают на ура. Во-первых, его может победить только лишь ассасин. Ну как, может победить, конечно, любой юнит, но это слишком долго. Ассасин его вырубает просто на изи. Вот. Но, как я посмотрел, у него ассасина в команде не было. И... Так, подожди, не сейчас. Что-то у нас в гильдии. Я уже подарок получил. А, запрос делаю. Ну, давай, зачем мне перекати ко мне? Вот этого, наверное, ребят. Сделал. У кого я делаю запрос, непонятно. В гильдии никого нету. Запросы какие-то здесь. Горный гигант. Победите 20 раз, не получив урона в портале. Ничего себе. Так, последний герой.
Вы занимаете 9 место в групповой таблице лидеров. Жетоны Феникса и жетоны Славы. А вот жетоны Славы я, ребят, пока не знаю. Жетоны Феникса я понял, куда нужны. Событие завершено. Слушай, ну 9 место это, конечно... слабенькое место, ребята. 9. Через сколько там будет событие доступно? Через 20 часов. Давай глянем, что такое учебный полигон. Основы манны. Урок первый. А, ну это... Подожди, а зачем мне вот это вот... все вот это обучение мне делать, если я уже... проходил это, так скажем. Что-то как-то жестко мне вот этих дали двух типков. Ну-ка, гном, ты выдержишь? Гном обычно против стрелкового урона хорош. Так, ну-ка давай. На раз его, да? Урок завершен. Ну, допустим. А мне за это что-нибудь полагается вообще, за эти уроки? Забрать. Кристаллы и руны небес. Сколько тут уроков? 8. Ладно. Играем все равно мы за Рула, да? У него, значит, 10. Какой 10? 100 тысяч. А у меня 5000. Так, у меня 7 уровня. Мы его разорвем сейчас. Наверное. Куда ты поставил, Рэй, блин? Ну, что ж ты? Тянуть карту. Не хватает манны. Но 100 тысяч я сейчас буду ему сносить тут до посинения. А, так вот. Это было просто. Давайте посмотрим, как сложатся дела, если враг значительно превосходит вас по уровню. Так, а что тут? Двоих выпускаешь? А, первого уровня они. Но все равно вальнем. Надеюсь. Есть. Пока ничего, друзья, сложного нету. Урок завершен. Ну, давайте мне мою награду. Слушай, ну по 15 кристаллов это очень даже неплохо. Так, группы приспешников и урон по области. Ну, я думаю, тут и дураку понятно, о чем будет идти речь. Орды нежити. Ой-ой-ой-ой, вот это вот, конечно. Это плохо. Она же... Да куда ж ты поставил скелетов-то, Рэй? Ну ё-моё, ну ты даешь. Вот эта вот девчуля очень мощная. Если кто не знает, но против группы она слабовата. Отлично. Так. А чтобы одолеть группы приспешников. Ну да, вот, ребята. Это вот, например, жнец. Он уничтожает именно орды одним своим взмахом. А вот этот будет сейчас колупаться. Вот и вся разница есть. Древо тоже здесь, по-моему, не особо хорошо. А, нет, хорошо, древо тоже против вот этих вот орд. Урок завершен. Я просто древнего уже давно не использовал, поэтому я забыл, что у него массовая атака. Его вполне можно, ребята, брать. Но, опять же, только на начальных уровнях.
Так, забираем здесь награды и переходим на четвертый урок. Кто кого побеждает, называется урок. Группа приспешников хорошо справляется с одиночными целями, но уязвимы перед уроном по области. Подходите с умом к выбору карт для каждого юнита. Ну, тут понятно. Делаем так. Жнеца ставим сюда. Давай, жнец. Отлично. Хорошая игра, но сейчас еще, да, какое-нибудь испытание сделает. Попробуй снова. Ну давай, 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 рубите этого хламона. Прекрасно, идеально, я бы даже сказал. Так. Но этот урок мы тоже с тобой завершили. И забираем награды. Сколько вообще тут уроков-то у нас? 8. Это идет учебный полигон. Я не знаю, будет ли там еще что-нибудь. Так, приспешники дальнего боя. Но здесь-то их сейчас разнесут, наверное. Давай вот так вот сделаем. Отличный бой. Так, призови мечников в пустом ряду, чтобы увеличить дальность призыва. Понял. Только дело в том, что пока он долетит, зашибись. Ну, есть. А так бы, да, пока бы мой бы чувачок дошел бы до этого дальника, его бы разнесли. Он бы просто элементарно не успел бы. Подожди, а в плане урок третий? Я что, нажал нечаянно на... Я хотел, друзья мои, закрыть, а получилось нажать. Ладно. Третий урок. Перепроходим. Такие скелеты с куртиками какими-то там идут. Ну давай, давай, отлично, я уже понял, что отлично. И теперь жнецы. Но тут, конечно, вот немножко глупо. Вот мечник сюда ставить, это вообще, ребят, бесполезно. Я не знаю, почему его дали здесь. Древень, давай. И древень, насколько я помню, ребята, когда он идет без атак, без всего, он восстанавливает себе еще здоровье ко всему. Так, завершили мы здесь урок. Но он и был, в принципе, завершен. Я просто хотел, да. У нас тут еще выполнено что-то. Так-с, шестой. Это уже урок по заклинаниям, насколько я понимаю. Ага, это бесы. Огненные. Как я помню, ребята, меня вот этими огненными бесами выводили. Вообще, бесы самые бесявые. Что огненные, что замораживающие. Просто выводят из себя. Так. Ну, здесь понятно. Хм,
У вас проблемы. Да, у меня проблемы. У меня, по-моему, огромные проблемы. Так, а в плане нету карты? У меня нету карты. А я... как мне его подбить? Чего? Погоди, погоди, погоди. А как тогда? Я не понял. Урок не усвоен. Нет, урок-то усвоен. Но он тут что-то перемудрил, по-моему. Так, этих мы поджариваем, да? Ну. В отличие от приспешника, заклинание не расходует манну, но им требуется время на перезарядку. Уничтожь громилку, как только будет готово падение метеорита. Это я тоже понял. Но вот тут-то что? У вас проблема. Уничтожьте вражеский портал, пока враги не добрались до вашего. Призовите громилу в нижнем ряду, а затем используйте свой второй. Вот так вот. То есть я должен был, так скажем, быстрее все это сделать, чем противник. Ну давай, 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 родной. Ты должен успеть, парень, ты должен успеть, есть. А я что-то с ним схлестнулся. Да, он медленный, но тем не менее опасный юнит. Руны тверди. Поехали. Посмотрим, что у нас на уроке седьмом. Да это я помню, что мана ваша восстанавливается там. Враг готовит серьезное нападение. Постоянно разыгрывайте карты. Так, с этими надо скелетов отправлять. Потому что иначе будет плохо дело. Так, здесь скелеты. Здесь жнец. Так, и надо амбала, наверное, выставлять. Перекати камни. Поехали. Так, еще жнеца. Все. Ну, тут довольно легкий был урок, на самом деле. Но мы еще и не такой, как говорится, проходили. Ну что, последний, восьмой. Гадюка против стойких. Вот, ребята, вот он как раз колосса может запинать, исчадие может завалить. Даже вот такого вот охламона он тоже, ребята, может забомбить. То есть он делает на него отравление. Вот, ребята, и отравление его, как ты видишь, превосходно убивает. Но он, конечно, успевает нанести мне хорошо урона. Так, две громилы. Воу! Враг готовит серьезное нападение. Так, друзья, ну это уже какой-то перебор. Давай так начнем. Но этот не дойдет, ему хана. Вот этого надо травануть хорошечно еще.
Готов и готов. Вот все преимущество гадюки. Он сам по себе ватник, но если он успеет ножом кольнуть, итог ты сам видел. Ну что, надеюсь, на этом обучение закончено или еще будет вторая стадия? Не вижу, ребята, никаких вторых стадий. Все, полигон пройден. Полигон, ребята, пройден. И здесь еще задание выполнил. 5 кристаллов. Испытание 8. Погоди, а что за испытание 8? Много кто хочет прокачаться, я смотрю, у меня здесь, но... половина того не стоит. И, как видим, у нас очень много дублей. Одинаковых шмоток. Очень, ребята, много. Ну ладно. Все это продаем. Я имею в виду лишнее. Лишнее продаем. Так, вроде бы больше. Ага, вот здесь еще. Все. Так, башня Вознесения. Что у нас там? В башне Вознесения я не помню, ребята, что надо здесь делать, если честно. Вознести. Теперь на поле появится на один камень больше. А, все, все, вспомнил. Все, я вспомнил, что такое вознести. Я бы, наверное, прокачивал вот эту ветку. А, вот оно, вознесение, друзья мои. Вот оно, что такое вознесение. Мне, наверное, надо было... Да нет, в принципе, все правильно. Эту ветку и надо качать было. Слушай, нифига себе, рыцарь. Бессмертный рыцарь. Прямо перед смертью обретает неуязвимость на пару секунд. У меня вот его нету. Вот. Ах ты, здесь два вознесения нужно, ребята. А здесь тогда сколько? Тоже два. Блин. Хорошо. Ну что, давай учебный полигон попробуем пройти. Пробуждение, пробуждение. Паучья королева. Так, пока мы с тобой на комете. Ага, вот, ребята, теперь можно... пролистывать. А где-то поблизости боевому магу Рулу во сне является его покойный сын. Малыш пытается дотянуться до него. Он открывает рот, но не может произнести ни звука. Взрыв выталкивает Рула из мира снов, и он видит, как осколок кометы лихо закручивает и стремится к земле. Войны за вознесение обычно проходят каждые 200 лет. С последней минуло всего 5. Как внезапно следующее заявилось на порог. Что-то явно было не так. А в тот раз я почему-то, ребята, не мог пролистать это все. Так, выберем лучшее. Ага, поехали. Завоевание. То есть будем против лучников, что ли, здесь выступать. Блин, а вот против нее-то. Ха-ха-ха. Она же мечника рубанет мне. Или не рубанет? Нет, наверное, рубанет все-таки. Я не помню, надо жнеца ставить. Есть.
На тебе. Да как она так меня достанет? Мне нужны стрелки, ребят. Тут еще, блин, ограничение по времени. Вот это, конечно, раздражает очень сильно. Давай, поехали. Ой, куда я поставил? Он сейчас рубанет же, ну конечно. А, ну и мы подбили ее, ладно. Так, давай-ка я, наверное, ускорюсь. Куда ты пошла? Все, ему крышка. Тут мы его запинали отлично. Ну. Рукавица, корона, панцирь, пояс. Ну что же. Поехали. Нет, все-таки мне кажется, они не просто так дают тебе сразу несколько шмоток. Мне кажется, их можно соединять. Ох, ё-моё. Это я помню. Ну, плодись ты давай. Блин, надо статуи, ребята, эти сносить. Вообще, на среднюю линию лучше поставить, конечно же, друида. Он мне не даст здесь... Сейчас, 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 все у нас будет. Тридцать секунд осталось. Успеем. Успеем, ребят. Так, снаряжение найдено. Корона. Так, ну и сколько там еще нам проходить? Еще три. Еще три. Комета, глава первая, уровень завоевания 8. А вот это несправедливо, ребята, потому что у меня жнец в откате. Ё-моё. Да, мой жнец будет немножко посильнее, ребят, в этом плане, потому что он 8 уровня, а у него 4. Давай сделаем так. Друида поставим. Давайте, 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 ребята. Что-то вы как-то еле-еле, блин, бьете. Ускорим. Ну и все. В
Трам-тарарым. Разнесли противника. Так, ладно. Остается совсем немножко. 9, 10 и в конце будет 11, да, получается. Ладно, погнали. Уничтожите портал пока... Нифига они тут. Воу-воу-воу. Так, здесь понятно, стрелки нужны. А здесь, наверное, придется вот так вот, ребята, валить их. Ах ты жук. Он сейчас уничтожит их всех одной колбочкой. Так, там стрелок. Ну что, я так понимаю, это без шансов, да? Ускоряемся. Вообще, грубо говоря, он сдался просто-напросто. Он даже ничего не стал против меня выставлять. Ну, это его, друзья мои, проблемы. Окей, и получается еще, да? Еще два этапа нам надо пройти. Тут есть еще какой-то автобой. Но почему-то у меня нету этого кристалла, чтобы на автобой поставить. Это что такое? Так, совсем дурное какое-то дело, друзья мои. Так, жнец мне поможет в этом деле, а? Поможет. Эти расплодились уже, да? Какие-то легкие уроки, если честно. Упс. Нормально? Это неожиданно, конечно, было. Такие колотухи вылезли. По башке мне настучали. Причем от души так. Ну, остается у нас последний урок. Ну, давай, сундук. Окей. Так, что у нас там? А, 30 осколков Нарула. Потеряв рассудок из-за кометы, дикие звери стаями нападают на Рула. Под натиском их клыков и потоками крови он думает только о своем сыне. Глава 2. Комета. Сквозь древние леса пробирается паладин Вален, не оставляющий надежды положить конец пропитанной некромантией порывом своего брата Рула.
Смерть его сына Парула стала для него настоящей трагедией, но служитель богов Валин не может позволить своему брату совершить святотатство во время войны из-за Вознесения. А Валин знал, что Урула видели в ближайшем лесу, поэтому он неустанно продолжает идти. Остается лишь надеяться, что не будет слишком поздно. Я немножко не понял, это... В каждой книге еще и несколько глав. Вот оно что. Не все так быстро, оказывается, у нас будет. Понятно. Ну что, давай тогда на дорожку с тобой, наверное, еще боечек сделаем. Я думал, мы сейчас с тобой главу закончим и фиг. И все там, ага. А получается там глава за главой главую погоняет. Не все так быстро. Так, опять 9 уровня, Вторженец. Рул. Угу. Он, значит, все-таки, ребята, сделал Вознесение, да? И этот 9 уровня у него. Он заколебал уже, а? Блин, вот с этой гадиной, конечно, тяжело справляться, ребят. Этот не доживет, не дойдет. Но у меня осталось сколько здоровья, ты посмотри. У него есть еще оковы. Хорошо. Нет, дамочка, давай-ка без фокусов своих. Смотри, 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 а что это такое, ребят, нифига? Сейчас было что-то новенькое, я такого не видел, ребята. Какое-то иссушение или что-то типа в этом роде. Черт, я не увидел, что там, ребята, у меня бомбят уже вовсю. Смотри, что происходит. Ауч! По-моему, да. Не успел, ребят, совладеть. Вот это иссушение, которое он держал и которое уничтожало всех моих, вообще всех моих юнитов, даже исчадие. Ты видел как? Там бы ничего не помогло. Ладно, я сейчас отыграюсь, ребятушки, обязательно. Сейчас мы сделаем все как надо. Где-то я
И ведьму. Слишком часто, ребята, он ведьму выставлял. Я, кажется, понимаю для чего. Для того, чтобы я использовал свои суперудары, да? Скорее всего, так. Очень много мертвецов у него было, ну, скелетов. Давай, наверное, сделаем так. Что у него там? Цепная молния, да, у него будет? Слушай, ты отвенишь или нет, а? Так, у него что, цепная молния есть до сих пор, да? Есть. Надо с Колсом что-то делать. Он специально, ребята, выжидает. Он специально ждет. Сейчас что-то сюда прилетит. Либо цепная, либо еще что-то. Вот об этом я и говорил. Так, надо сюда так вот вставить. А чё он замер-то у меня? Эй! Так, короче, достал он меня уже в корень. Колос его тоже меня достал. Ты смотри, что делает, а? Да все, по-моему, кранты, друзья мои. Да, тут все прекрасно получилось, но нам надо еще пару побед. Просто еще парочка побед, чтобы уже перейти на 3600. Это, я так понимаю, новый ранг будет, да? Вот. Тебя эти перекати поле прямо аж раздражают. Так, а у него что? А у него, ребята, птичка и носорог, да? Плюс лучница 7 уровня. Давай тоже лучницу поставим. У меня 9. Он же погиб? Он погиб, по-моему. У него опять же сокол, ребята, уже накопился. Ну, а в моих интересах, наверное, сделать вот так. Да?
Такс, вроде бы неплохо, ребята, идем. У него нету шансов, друзья. Просто нету шансов. До свидания. Ну что же, отомстил, отомстил. Очень даже хорошо, ребята, отомстил. Прям так сочно. Но ранг, наверное, мы еще не получаем, да ведь? Нет, получил. Мордор. Так, ну это мне не надо. Так, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!